Вот решили съездить на дачу. Сейчас у нас 9:49 утра. Уже потихоньку расцветает. Такая дорожка у нас лесная. На дачу ведет. Снежок уже с деревьев опал весь. Была такая красота, как в сказке. Все деревья в снегу. Красота. Ну, кое-где еще осталось, конечно. Вот. Дорога накатанная уже у нас, конечно. Прыг-скок по ней мы едем. Здесь вот такие вот у нас сугробики. Сугробики. Здесь летом, когда мы едем, частенько лиса выходит из леса. Вот, бывает, вечерком едем, уже темно, летом у нас, ближе уже к осени, в августе. И издалека прям такие большие глаза светятся. Я даже первый раз не поняла, что это такие крупные. Смотрит, стоит, не боится. Вот. Выходит. А как-то несколько раз видим ее. Такая ободренькая, вся маленькая. Вот. Купили как-то курочку, решили подкормить, положили под кустик. Не знаю, нашла она там, не нашла. Кушают они куру магазинную нашу. Сегодня сейчас вот сейчас посмотрю, минус 10 у нас показывают, вот минус 10. Морозик на самом деле очень приятненько, хочется зимой прочувствовать, конечно, когда очень холодно, уже не так комфортно, а вот минус 10, минус 15, мы прям очень рады. Сейчас у нас, конечно, редко бывает холодней, как-то зимы стали похожи на южные, даже как-то бывает и на юге плюс 2, и у нас плюс 2. Редкость. Горочка у нас тут такая. Тут очень часто мы едем, и постоянно то собачка выскочит, то котик. Уже очень аккуратно тут ездим, потому что они прям... Тогда снега не было, еще чуть-чуть сумерки, сумерки, их даже бывает и незаметно. Ездим тут очень тихо, не спеша. Здесь у нас в садоводстве много домов живет, живут люди. И мы тоже в этом году, считай, да. Уехали только после Нового года в город. Не думали, что так долго будем жить. Понравилось. Ну, город тоже нужно. Квартиру навещать. Непонятно, будет сегодня солнце. Нет, вчера была такая солнечная погода. Так красиво солнце. Как-то вот в этом году у нас очень редко бывает. В основном туманы какие-то такие, дожди были. Даже снег идет, а солнца нет. А вот как солнышко выглядит, прям жизнь веселее становится. А здесь у нас родник. Вода. Вкуснейшая вода. Вот общий родничок. Сейчас я покажу. Мы постоянно набираем воду, пользуемся и пьем ее, и готовим. Вот так вот сделано у нас. Вода просто вкусная. Вот, всегда я с ней здороваюсь, водичка. Ой, как у нас, видите, какая прозрачная. Так тут сделали люди. Ой, сейчас я. Вот так вот. Красота.
Вот думаю, уже эту употребляем, наверное, ну вот лет 10, как участок купили, так вот этой водой и пользуемся. И в город мы всегда набираем. До города нам недалеко, 5 километров. И мы постоянно с водичкой. А как-то муж набрал воды, привез домой. Я очень люблю воду пить. Вот. Я ее не кипячу, пьем сырую. Я чувствую вкус какой-то другой, невкусно мне. Спрашиваю, что с водой случилось. А муж отвечает, что он не там набрал, у нас тут еще есть несколько мест, где можно набрать. И в этот момент я поняла, что я, оказывается, могу уже различать вкус воды. Вкусная или невкусная вода. И вот несколько раз так было. Так что вот эта водичка у нас самая вкусная, мне кажется, в округе. Вот, многие из города, даже не дачники, приезжают, набирают. Ой, холодно. Я без шапки, без капюшона. Прям прохладненько так чувствую. Сейчас муж наберет водички, я сяду в машину. Вот. Сейчас снимала на улице, наверное, ветер задувал немножко. Наверное, звук был не очень хороший. Вот такая елочка у нас тут, конечно, очень много. Елки прям красивые у нас, красивенные такие. Здесь воздух свежий. Дышишь прям вкусный. Не то, что свежий, он вкусный. Прям ощущаешь, как вкусно дышать. Тишина такая прям, умиротворение. Птички. Кстати, в этом году как-то вот мы не видели еще снегирей. Снегирей мы не видели. И вот это удивляет. Синички. Очень много у нас тут галок, ворон. У них прям тут целые семьи между собой. Летом прям интересно смотреть, как они общаются. Вот, воюет. Вон какие прям у нас. Садоводство уже старое. Оно, наверное, 60-е, 70-е года. И вот эти большие деревья, они, конечно... Ну вот мы на нашу улицу приехали. На улице у нас домов, наверное, 14. И зимой живет, ну, 7-8 домов круглый год. На выходные приезжают еще, а летом почти что все живут. У кого вот тут пару домиков старенькие, там не живут. Вот так садоводство обновляется. Люди строятся. От города недалеко, 5 километров. Вот очень быстро можно доехать. Ну вот мы приехали.